могли построить своими руками самолет от начала и до конца. Проанализируйте, чему учат ваших детей сейчас в школе. Хрущики там периодично летают. Не, не летаки. Не мотор железный. Не. Хрущик пролетел. Хрущик. А сверху натівські літачки вот так летают. В этой части я хотел бы поговорить с вами об образовании. И я бы хотел, чтобы этот блок стал дискуссией. Потому что я не претендую на абсолютное знание или понимание того, что это единственно верный путь, но я бы хотел начать эту дискуссию, болезненную и тяжелую дискуссию о том, куда и как мы идем именно в сфере образования. Потому что именно образование является основой государства. То, что вижу я и, собственно говоря, что меня возмущает, это то, что первое, что сделали транснационалы, еще когда был, если не ошибаюсь, табачник, то есть я не хочу обвинять только Порошенко или там кого-то еще при табачнике, начался процесс разрушения нашего образования чем? Нет, не только уменьшением заработной платы учителя, не только предоставлением ведущей роли деградировавшим этим батьковским комитетам, где, извините, ну, по сути, уже деградировавшие родители пытаются деградировать своих детей путем унижения учителя, да? Где учитель, вместо того, чтобы быть, ну, скажем так, непререкаемым авторитетом, превращается в какого-то, знаете, жалкого клоуна в классе, где каждый ребенок может ткнуть его, когда тот стоит спиной к доске, ткнуть ручкой в попу, снять это на телефон, хайпиться, а если крикнет учитель, то потом вызвать этого несчастного учителя на родительский комитет и дать ему по попе а-та-та. Все это... Не только в этом, скажем так, заключается деградация системы. Не только там, в унижении учителя, не только в унижении его статуса, не только в введении вот этих контрактов рабских, да, когда каждый год там, учителю старшего поколения вместо того, чтобы выплачивать в два раза большую заработную плату при стаже больше 15 лет, как это происходит даже в Мексике, где заработная плата до стажа в 15 лет составляет у учителя около 2000 долларов в месяц, в Мексике, вот, я уже молчу про другие страны. У нас вместо этого учителей старшего поколения переводят на контракты, гноблят и ставят зависимость от директоров школ. Собственно говоря, ту же систему сделали в свое время в культуре, точно так же уничтожив деятелей культуры, поставив зависимость от директоров сцен. То же самое сейчас делают в медицине, где всех врачей сделали заложниками директоров закладов медичных, которые должны по ходу стать коммерческими. То есть вот в трех сферах сделали одно и то же и сделали одни и те же люди. Да, у них меняли лица, но это одни и те же транснационалы, которые первое, что делают, когда заходят в страну, захватывают воду и водоотвод, энергоресурсы и доставку, образование, медицину и госуправление. Пять вещей, которые тут же отнимают у государства, которое на это подписывается. Так вот, возвращаемся к образованию. Что они сделали? Самое ядро. Они взяли контроль над программами, над учебниками, над центром, который отбирал, по каким же программам нас учить. Скажите, пожалуйста, неужели учебники физики, которые, ну или физика изменилась вследствие распада Союза? Или, может быть, физика или законы физики изменились из-за того, что у нас произошел Майдан? Может быть, законы математики изменились? Или, может быть, методологии обучения интерактивные, хорошие, там, 40-х годов, кстати, еще, 50-х годов, физики и математики, может быть, они изменились? Может быть, нужно было брать лучшее? Нет, у нас начали разрушать суть этого всего, да. По сути, идет процесс деградации, да. Если раньше требовали там от ученика уже в 5-м классе знать какие-то базовые вещи, то сегодня их не потребуют и в 10-м, и скажут, что не надо. А давайте вы кубики раскрасите в красный и зеленый цветочек. Ну, вы же красивые, в красный и зеленый цветочек. Они начали делать следующее. Во-первых, деградация программ и захватили вот этот вот центр. А какие программы нам закладывают? Ведь тот код, который заложат еще с 1-го класса, заложат наших детей еще с садика, этот код будет далее формировать их мировоззрение. Нам закладывают этот генокод, закладывают, а как они назвали, аграрная держава, там аграрная держава. Знаете, в 16 век нас отбрасывают, вместо того, чтобы мы помнили и знали о том, что у нас был, в Украине был, по-моему, единственной страны замкнутый авиационный цикл, мы могли построить своими руками самолет от начала и до конца. Мы могли строить ракеты, мы могли покорять космос, мы могли покорять дно морское, мы могли реки обуздывать и строить, а не то, что сейчас олигархи отнимают, и электростанции, и атомные станции, нам пытаются вспомнить, что когда-то мы косили жито. Жито мы косили, и в цьому житті ми кохалися, а потім ми на цій соломі робили нових дітей і писали книжки про сільські секси, і потім ми це українською мовою видавали на 85 мільйонів. Вот приблизительно туда нас толкают. Проанализируйте, чему учат ваших детей сейчас в школе.
садок вишневий коло хати, сільська якась наратив сільський, да, такі хрущики там періодично літають. Ні, не літаки, не мотор железний, ні. Хрущик пролетів, хрущик. А зверху натівські літачки отак літають. Ну, то такі, знаєте, в своє время острова були в Полінезії. І на цих островах возник культ карго. Знаєте, що таке карго? Це коли во время війни літали американські самоліти, у них там бази були на цих островах, і вони збрасували з самолітів карго, грузи, воєнним, які були там на цих островах. Там були конфеты, батончики Марс, мобильные телефоны какие-то, да, там, вот на то время, там, эти радио, рации, да. Ну, и американцы ушли, война закончилась, поуходили, и, в общем, карго перестало падать с неба. Но в чем заключается культ? Местные племена сделали целый культ. Они почему-то подумали, что это божественные дары, которые летают с неба, а белые люди нагло украли у богов право пользоваться этими дарами. Поэтому для того, чтобы вернуть это божественное право даров, карго, небесных даров, нужно строить макеты самолетов из соломы, ходить из дерева вырезать рации, полностью имитировать, и тогда боги вспомнят о том, что вот эти вот белые куда-то ушли и забрали с собой право этих даров карго. Вот. И карго вернется к этим товарищам в Полинезию. Вот, собственно говоря, туда нас толкают программами, которые заложены сегодня в школе. Деградация программ, деградация методологии изложения, разгосударствление и снятие государственной монополии на учебники, программы, которые закладываются в уши нашим детям. Многие грешат на учителей, типа, да чему вы учите? Да что вы там даете? Останьте на место учителя. А чему он может учить? Методику ему дали оттуда, сверху, с МОНа. А кто рулит МОНом? Вся эта соросятня. Скажите, пожалуйста, а кто пишет для МОНа эти учебники, зарабатывает сумасшедшие бабки? Во-первых, да бог с тебя коррупцией, Господи Боже, если бы беда была только в коррупции, да подавись ты теми деньгами. Но что же они пишут на эти деньги? Они нам такое, они перекручивают историю, они перекручивают, изобретают какой-то велосипед, методологию изложения математики, а потом говорят, да, зачем нам эта математика, не надо ее. Да и физика нам, собственно говоря, не надо. Это потанцуем, поспеваем и сгадаем наших традиционных песень, бажано сумных. Вот все это заложено еще с кода нашего гимна. Я не хочу никого обидеть, гимн прекрасный, мне нравится, но код, который в нем заложен, сравните советский гимн. «Живы Украину, прекрасно и сильно». А гимн, знаете, вот это, как мы в свое время издевались, там пели, «Еще польская не сгинела, а сгинуть муще. Кеды немец не убие, то москаль задуще». Да? Вот приблизительно что-то подобное происходит у нас. Вот этот сельский нарратив, хуторянский, знаете, вот вечная борьба глобального хутора с глобальным полисом. Да? Вот города, технологии, интеллект и хутор. Да? Я не говорю, что что-то лучше, что-то хуже. Но, знаете, или должен быть баланс, или я бы все-таки делал ставку на полис. По крайней мере, в Европе, в цивилизованном мире победил полис. Именно поэтому они пошли вперед и овладели, как колониями, тех, кто остался на уровне хутора. Так вот, нам со времен школы сейчас этот хутор закладывают в программах для наших детей. Посмотрите, чему их учат. Посмотрите, какие стишки они учат. Посмотрите, какие песни. Посмотрите, какие задачи им ставят в школе. Вот что делается. И тут я бы хотел начать дискуссию. Ребята, а может быть, нам сейчас необходимо сделать следующее – или новому президенту, или новой власти, поднять, установить четкие рамки, провести дискуссию и принять решение. Что у нас будет с гимном, какой он будет и куда он будет устремлен? Что у нас будет с программами обучения? Что у нас будет с методиками? И каким предметом мы хотим учить детей? Потому что то, что произошло сейчас, первое, это то, что мы поговорили. Унизили статус учителя, сделали учителя рабом, забрали воспитательную функцию со школы в то время, когда родители заставили работать круглосуточно и не могут выполнять эту функцию. Запомните эту штуку. Заставили наших детей получать не знания, а компетенции. Чувствуете разницу? Знание – это вот тот пример, который я очень люблю приводить. Знание – это знать о том, что Луна круглая, что это небесное тело. И, собственно говоря, еще Кеплер описывал... Был такой Кеплер, он был чуть-чуть, по-моему, до Шевченко, между Шевченко и Суворовым где-то, да? Ну, ладно, не хочу шутить на эту тему, грустная шутка. Так вот, был такой Кеплер, он описывал движение этих тел, это называется знание. А компетенция – это когда вас учат сапать, компетенция – сапать, компетенция – запаковывать какой-то товар, компетенция – делать вот так вот, компетенция – жать на кнопочки. Вас учат компетенциям, рассказывая о том, что это даст возможность вашим детям зарабатывать завтра. Да, быть рабами на чужом производстве. Да, это даст возможность зарабатывать копейки, рабскую копейку на чужом производстве, владея вот этими компетенциями. А для того, чтобы производить что-то свое и строить свое, вам нужны знания. Но знания
подменены. А действительно, нам говорят, а зачем тому, у кого есть компетенции, зачем ему знать, что Луна — это небесное тело? Нет. Нет разницы. Представьте себе, вот человек заворачивает просто что-то или сапает. Какая ему разница? Луна — это белый бубен, который Сорос над Украиной поднимает каждый день. Или Луна — это небесное тело. Вот какая, как это отразится на сапании? Да никак. Поэтому, собственно говоря, знания заменили компетенциями. А вот, собственно говоря, воспитательную функцию школы вообще выкинули и заменили ее на вот эти родительские комитеты. Я, не дай бог, зайти в этот родительский чат. Но к чему это привело? Это привело к клиповому сознанию. Что такое клиповое сознание? Вот эти слайдики, да? Помните, вот эти приходят и там, слайдики, мы не напишем вам программу, но мы вам покажем слайдики, слайдики. У них клиповое мышление. То есть клип первый, клип второй, клип третий. И каждый клип — это целая вселенная. Но связи между клипами нет. Они называют это еще диджитализерством. Что такое диджитализерство? Знаете, есть аналоговая функция, непрерывная аналоговая функция. А есть оцифрованная функция, то есть с частотой дискреции определенной, которая должна быть там в два раза больше ее частота, чем частота аналоговой функции, производит оцифровку. Мы получаем просто набор циферок, да, которые описывают вот эту вот функцию, циферка. И каждая циферка — это вот такой статический момент в этой непрерывной аналоговой функции. Нам говорят, не, аналоговая — это вчерашний день. Нам нужны циферки, слайдики. Слайдик раз, слайдик два, слайдик три, слайдик четыре, слайдик, слайдик, опа, слайдик там, слайдик слева, слайдик справа. Главное, чтобы вы не понимали, что это гармоничная, целостная, аналоговая функция. Забрать это знание у вас и предоставить вам клиповое сознание. Когда-то это описано было еще в Древней Греции. Господи, я без претензий на какие-то глубокие познания именно в этой греческой мифологии, но не помню, как называется эта задача, когда один греческий философ доказывал, что стрела, пущенная из лука, что движения нет, что эта стрела не движется, потому что в каждый отдельный период времени стрела просто висит в воздухе. И вот он доказывал таким образом, что движения нет. Ну, в принципе, в чем-то, наверное, и правда, а в чем-то и нет. Вот то, что происходит сейчас, это по сути вот эта древнегреческая задача о том, есть движение или нет, если в каждый отдельный момент времени стрела висит. Привожу вам простой пример, к чему это приводит на практике. На практике это приводит к следующему. Вот первый слайдик. На этом слайдике стоит Михаил, у которого в руках блокнотик. Михаил берет этот блокнотик и замахивается им в кого-то, сидящим там за кадром. Вот взял и замахнулся. И все, на этом слайдик заканчивается. Что мы видим на этой картинке? На этой картинке мы видим Михаила, который улыбается и показывает всем, хвастается блокнотиком. Да, вот Михаил хвастается блокнотиком, улыбается, и этот блокнотик он поднял очень высоко. При этом Михаил смотрит в сторону кого-то, кто тоже радостно смотрит на Михаила, держа в руках телефон. Прекрасный, отличный слайдик, смотрите, добрый и красивый, добро побеждает зло. А потом следующий слайдик, в котором этот блокнотик уже попал в голову тому, кто сидел напротив с этим телефоном. Телефон выпал из рук, разбитая голова у того, кто сидел там. Михаил смотрит, кто-то увидит во взгляде Михаила грусть, то есть грустящий Михаил во втором слайдике смотрит на разбитую голову кого-то, кто сидит сейчас за кадром. Рядом валяется его блокнотик, и вот видим вот эту картину. Причинно-следственной связи в головах наших слайдиков-диджитализеров между этими двумя слайдиками нет. Это есть законченная картина, первый слайдик, в котором прекрасный Михаил показывает всем блокнотик и смотрит в сторону кого-то, сидящего за кадром. Отлично, все, закончили, история закончила, хлоп-хлоп, конец кадра. Новый кадр. В новом кадре мы видим грустящего Михаила, который с грустью смотрит на разбитую голову кого-то, сидящего за кадром, и грустит. Это другой слайдик. И так будет потом третий, четвертый, пятый. У них нет причинно-следственных связей. То есть, если я взял в руку камень и замахиваюсь, то если будет у кого-то разбита голова напротив того, вот, куда я замахнулся, то это причинно-следственная связь. То есть это я виноват в том, что камень был брошен, полетел и разбил кому-то голову. А в их вселенной нет. В их вселенной нет причинно-следственной связи между замахом с камнем и разбитой головой у кого-то. Нету. Вот то, к чему ведет эта новая система образования. Вот поколение, которое пришло к власти этих диджитализеров, поколение, которое призвано отнять у нас беспрерывное понимание гармоничной аналоговой функции, заменить его на очень скудную диджитализерскую выборку отдельных слайдиков клипового сознания.